Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поделюсь о плюсах и минусах французских бульдогов. Те, кто хоть раз видел французского бульдога, не мог не обратить внимания на его миловидность, любвеобильность, живость и его очень многие других положительных качеств. Французские бульдоги – это как маленькие дети, они боятся холода и очень любят играть. Они очень преданные и нежные, хорошо поддаются дрессировке. Но для того, чтобы завести французского бульдога, человек должен знать несколько вещей. Эти собаки очень аллергенны, нужно следить за их питанием и их местом. Ни в коем случае не должно быть сквозняка, так как эти собаки с легкостью простывают. Вы должны понимать, что обязаны отказаться от высоких кроватей, так как французские бульдоги очень высоко могут запрыгнуть, но в связи с тем, что у них хрупкие кости при спрыгивании кровати, они с легкостью могут сломать себе лапку. Любите себя, будьте любимыми, подписывайтесь на меня, ставьте лайк и пишите комментарии. С любовью, ваша Аннетта.